22 июня 1941 года, в День всех святых в земле российской просиявших, началась Великая Отечественная война. В отличие от Сталина, которому понадобилось для того, чтобы обратиться к народу с речью 10 дней, вместо блюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился к людям в первый же день войны. Фашистствующие разбойники напали на нашу родину. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Вспомним святых вождей русского народа: Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших души свои за народ и родину. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу. О начале той страшной войны Россия будет помнить всегда. Мы теряли полки, дивизии, целые армии, а немец все шел и шел. Грозные приказы остановить врага, перейти в контрнаступление, почему-то не выполнялись. Вождь расчетливо повторил некоторые мысли митрополита Сергия. Дух Святой войны вдохновляет вас, мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Фашисты застали церковную жизнь в полном разрушении. Никаких благородных задач по спасению православия они, разумеется, не ставили. А вот использовать недовольство советской церковной политикой рассчитывали, и даже очень. «Наша политика, — говорили вожди Третьего Рейха, — на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола». Не получилось. Приходы стали духовными центрами национального самосознания. Многие православные священники участвовали в партизанском движении, укрывали бежавших из концлагерей. Осенью 1941 года немцы подошли к Москве. Горсовет распорядился об эвакуации патриархии на Урал, но иерархи добились разрешения на переезд в более близкий Ульяновск. В завещании на случай смерти, составленном перед отъездом, митрополит Сергий передавал полномочия местоблюстителя митрополиту ленинградскому Алексею Симанскому. Все 900 блокадных дней митрополит ленинградский Алексей провел в своем кафедральном городе, осажденном, вымирающем, вымерзающем. Сначала он жил на колокольне князь Владимирского собора на Петроградской стороне, а потом переехал сюда, в помещение верхнего этажа Никольского морского собора. В разбитые окна дул ледяной ветер, методично рвались снаряды немецкой дальнобойной артиллерии, но храм был полон людей. Владыка часто в одиночку, без диакона, служил литургии, молебны, причащал, читал поминальные записки, а их были горы. Из воспоминаний Марии Ефимовны Сергиенко. Апрель 42-го. Стою в очереди. Люди в оцепенении, молчат. И вот на улице появляется группа пленных немцев, которых ведут куда-то под конвоем. И тогда одна из женщин, стоящих в очереди, говорит: «Бедные, как им здесь, в чужой земле?» Нужно было иметь великую христианскую любовь, милосердие, сострадание, чтобы произнести эти слова. Всемирно известный историк античности в блокаду выжила. Той тяжелейшей блокадной весной Мария Ефимовна переводила исповедь блаженного Августина на русский. Перевод был издан спустя десятилетия. Мария Ефимовна пережила и хрущевские гонения, и застой, умерла в 1987 году. Только тогда близкие узнали о том, что она приняла тайный постриг с именем Мария. Русская женщина. Это она вместе с мужчинами отстояла нашу страну. Работала до смертельной усталости. Отрывала от себя скудный паёк детям. А еще успевала зайти в храм,
чтобы поставить свечку за мужа, за брата, за сына и за победу. Да будет украшением вашим не плетение волос, не золотые уборы или нарядность, сокровенное сердце человека в нетленной красоте духа, что драгоценно перед Богом. Это слова святого апостола Петра. Это идеал женщины-христианки. В Ульяновске эвакуированная патриархия сначала жила в вагоне, потом переселилась в маленькую квартирку на окраине. Митрополит Сергий осветил храм водников, и этот храм стал по существу духовным центром России. Вожди нацистской Германии открыто отвергали христианские нравственные ценности и пытались возродить древнегерманский языческий культ. Не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо креста Христова, признать своим знаменем языческую свастику, подчеркивал в пасхальном послании на 1942 год митрополит Сергий. Фашистская Германия утверждает, что христианство не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. За эти безумные слова да поразит праведный судья Гитлера и всех соумышленников его. В августе 43-го вместо блюстителю Сергию предложили вернуться в Москву. А 4 сентября в 9 часов вечера к зданию патриархии подъехала черная машина, и митрополитов Сергия, Алексея и Николая она привезла сюда. Сталин говорил с митрополитами 2 часа. Об этой встрече потом будут ходить легенды. Ну и понятно, встреча была действительно из ряда вон выходящая. Сталин не приказывал, не распекал, не грозил. Он спрашивал митрополитов о нуждах церкви. Самый главный вопрос – созыв архиерейского собора и избрание патриарха. Договорились, что собор состоится через 4 дня. Диктатор щедро осыпал митрополитов благодеяниями. Духовные курсы, семинарии, академии – пожалуйста. Снова открыть храмы – обязательно. Митрополит Алексий даже осмелился просить об освобождении архиереев из лагерей и ссылок. Предоставьте список, рассмотрим. Начинало понятно, что произошло. Прошел коренной перелом в ходе войны. И начинается освобождение нашей, ну, советской земли. И вот стал вопрос, как управлять ею. Оказывается, за это время там вновь появились церковные структуры. Что с ними делать? Повторять опыт 37-го года с ними? Опять всех попов арестовывать, старост расстреливать и так далее? Но у людей-то оружие уже. И поэтому было принято мудрое решение. Надо взять под свой контроль этот религиозный ренессанс на освобождаемых от оккупации территориях. Сталин задает каверзный вопрос, спросите, а как же, а где же ваши священники? Почему этих священников нет? Где же их 1000 были? Вот вопрос-ловушка. Сказать правду, что ты, товарищ Сталин, их давно посадил, прострелял, ну, значит, весь диалог, наверное, на смарку идет. Врать тоже нельзя, Сталин фальши не любил. И поэтому Сергий находит очень интересный ответ. Он говорит, ну, видите ли, товарищ Сталин, да, конечно, мы готовили семинаристов, священников, но потом же из них, знаете, маршалы получились. Имею в виду товарища Сталина, конечно. Ну и Василевский, между прочим, тоже был семинаристом и стал маршалом. Сталин сообщил митрополитам, что правительство собирается организовать совет по делам Русской Православной Церкви и предложил назначить его председателем Карпова. Как потом рассказывал патриарх Алексей I, это предложение их встревожило. Карпов был известен в церковных кругах как чекист, который с особой жестокостью вел дела священнослужителей. До войны это был особняк немецкого посла Шульенбурга. 8 сентября, впервые после 18 года, здесь собрался архиерейский собор. Почти все из 19 участвовавших в деяниях собора архиереев прошли лагеря и ссылки. Многих доставили сюда на военных самолетах, а архиепископа Иоанна и епископа Александра освободили незадолго до собора. Собор единодушно избрал патриархом местоблюстителя престола митрополита Сергия. Был также избран синод. Митрополит Ленинградский Алексей писал местоблюстителю Сергию.
В ленинградских храмах продолжается сбор средств на колонну Дмитрия Донского. Собран 1 230 000 рублей. 1943 год. Умирающие от голода ленинградцы приходили в храм и вносили деньги. Для фронта, для победы. Это танковая колонна имени Дмитрия Донского. Митрополит Крутицкий Николай передает ее танкистам. В октябре 43-го патриарх послал председателю Совета по делам Русской Православной Церкви, кабинет которого находился вот в этом здании, ходатайство об амнистировании священников, которому приложил список из 26 фамилий. В этом списке к тому времени оставался в живых всего один человек. Как только немцы узнали об избрании патриарха, они потребовали от священников на оккупированных территориях признать неканоничность избрания. Священники отказались. Только 7 архиереев Русской Православной Церкви за границей подчинились приказу. Возношение имени патриарха Сергия было запрещено во время богослужений на захваченных землях. С самого начала Великой Отечественной войны в маленьком городе Вырица под Ленинградом творил молитву на камне изо дня в день 74-летний старец Серафим Вырицкий. Это была великая молитва покаяния за грехи людские. «Один молитвенник о стране может спасти все города и веси», — говорил старец. Василий Николаевич Муравьев, старец Серафим Вырицкий, в отрочестве мечтал о монашеской жизни, но получил благословение жить в миру, стал купцом, разбогател. И в один день отец Иоанн Кронштадтский благословил его на будущий подвиг старчества. Василий Николаевич тайно пожертвовал все свои сбережения на монастыри и храмы и в 34 года принял постриг, а через 5 лет великую схиму с именем Серафим в честь Серафима Саровского. Шел 1926 год. Десятки тысяч священников томились в лагерях, и старец Серафим Вырицкий стал для людей островком прочной веры и христианской любви. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Рассказывает, как в 30-е годы чекисты собирались арестовать батюшку. Лежащий на одре болезни старец попросил подойти к нему старшего из чекистов, прикоснулся к его руке и сказал: «Да простятся тебе грехи твои, раб Божий», и назвал его по имени. «Если бы таких старцев было бы больше, мы все были бы верующими», — сказал чекист. Во время войны чудесным образом ни один дом в Ирице не пострадал, ни один человек не был убит. После окончательного снятия блокады митрополит Алексей Симанский едет в Ирицу побеседовать со старцем Серафимом. Старец повторяет свое пророчество, сказанное 17 лет назад. «Ничего не страшитесь, владыка, вы нужны России. Вы будете патриархом всея Руси и будете править 25 лет». В мае 44-го года патриарх Сергий умер. Поместный собор для выборов нового патриарха собрался здесь, в храме Воскресения в Сокольниках. В первый день, открытый, здесь собралось множество верующих, гостей, иностранных дипломатов, журналистов. Собор единогласно постановил избрать патриархом митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия. «Праздни меня поместным священным собором Русской Православной Церкви, патриархом московским и всея Руси, с благодарением приемлю и немало вопреки глаголю». Интронизация же состоялась 4 февраля 1945 года в Московском Богоявленском кафедральном соборе. Это был день
большого торжества для православных жителей столицы. В храме и вокруг собрались тысячи верующих. Любопытную характеристику личности патриарха Алексея I дает в своем доносе 51 года уполномоченному Совета по делам религии Ленинградской области, тогда тайный, а позже явный ренегат Александр Осипов, профессор Ленинградской академии. Сам патриарх как личность представляет собой своеобразное смешение. Он острый язык, но вместе с тем фанатически предан постам, ненавидит обновленцев. Он очень умен и умеет лавировать между отдельными церковными партиями. «Пусть все кругом меняется», – говорил патриарх Алексей. «Мы должны остаться такими же, какими были сотни лет назад. Пусть наша неизменяемость, неподчиняемость духу времени символизирует вечность Церкви». 9 мая, после безоговорочной капитуляции Германии, закончилась Великая Отечественная война. Патриарх Алексей обратился ко всероссийской пастве со словами радости и гордости за победу русского оружия. «Мы никогда не перестанем молиться, и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру». Еще в начале 1945 года в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Калинин сказал: «Мы от того, что религия опиум, не отказались. Но, понимаете, надо мягче. Главное все-таки это пропаганда, это разъяснение. Увидел у парня крестик? Поговори с ним о крестике. Скажи, что это отжившее дело. У нас войны с церковью нет». Но, начиная с 48 года, новый всплеск арестов. В 1949 году по всем лагерям ГУЛАГа сидело 3523 священника. Церкви, открытые на оккупированных территориях, закрывались. С 48 по 53 год в СССР не был открыт ни один храм. Патриарху Алексею I, председатель Совета по делам РПЦ Карпов, стал настоятельно предлагать ограничить деятельность церкви, храмам и приходам. Церковь всеми возможными способами противостояло давлению властей. Осипов в своем доносе за 50-й год пишет: «Архиереи стали лучших из священников вооружать знаниями для пропагандистской работы», ну, это он так называет окормление паствы, «через заочный сектор Ленинградской духовной академии. И надо сказать», это, кстати, тоже цитата, «что кадры эти действительно понемногу формируются». Известный старец игумен Никон Воробьев, называя людей, подобных Осипову, нравственными ничтожествами, очень точно определил суть их поступков. «Господь в свое время обнаруживает тайных Иуд и выкидывает их из церкви». Одним из тех, кто представлял опасность для гонителей церкви, был священник Московской церкви Рождества Христова Иоанн Крестьянкин. Он уже тогда был одним из самых почитаемых священников в городе. Это и послужило причиной его ареста на 5 лет в 1951 году. Смерть тирана мало что изменила для церкви. Сначала все складывалось обнадеживающе. К 80-летию патриарха Алексия в центральных газетах даже опубликовали поздравления. Но празднование 40-летия восстановления патриаршества в России – коммунисты отметили совсем иначе. ЦК КПСС принимает секретные постановления о наступлении на церковь. Возможно, эта история и не имеет такого уж исторического значения, но рассказать о том, как встретились два Алексея, Симанский патриарх, четверть века стоявший во главе Русской Православной Церкви, и Алексей Ридигер, будущий патриарх, а тогда настоятель Успенского собора в Тарту, думаю, стоит. Сюда, в резиденцию патриарха, священник Алексей приехал просить денег на ремонт храма. Патриарх подробно расспросил о семье, приходе, велел выделить денег на ремонт, а потом записал в своем дневнике: «Был у меня священник из Эстонии Алексей Ридигер, из тех, из наших». Патриарх Алексей
говорил о людях, получивших образование не в советских школах, перенявших священническое служение от отцов и дедов, сохранивших русские корни. Алексей Ридигер тоже вырос и воспитывался в Эстонии в семье священника. Около 4 миллиона россиян после гражданской войны жили на чужбине. Это были в основном православные люди. И среди них митрополиты, архиепископы, епископы и священники. Единственный в это время русский православный богословский институт был организован этими людьми здесь, в Париже. Он называется Свято-Сергиевский богословский институт. Это первые ученики и преподаватели института. Среди них и знаменитый философ, отец Сергий Булгак. Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, преснопоминаемого протоиерея Сергия, вместе с светлые проститеся ему всякому прегрешению. Отец Сергий – это душа нашей церкви здесь, во Франции, в Западной Европе, и ее ангел-хранитель, потому что он создатель Богословского института, он фактически вдохновитель русского студенческого христианского движения, к тому же он был поразительным пастором, а к концу жизни просиял невещественным светом. На смертном одре, правда, это длилось какие-то 2-3 часа, но было 4 свидетеля, они это описали. Он действительно просиял, о чем он вообще всю свою жизнь, он еще в Крыму перед своей высылкой из Крыма писал об этом, что единственное, хотел бы как бы сподобиться увидеть при жизни фаворский свет. Вот тут, пожалуй, и сформулировано вот на памятнике. Да, 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 это. Верою разумеваем, почему проблема с богословием, почему их мало и почему нередко возникает. Это истинная вера с истинным разумом. Но и за рубежом православная церковь не смогла сохранить единство. Часть ее, руководимая митрополитом Евлогием, перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата. Другая часть, возглавляемая митрополитом Антонием Храповицким, оставалась независимой в ожидании лучших времен в России. Митрополит Антоний Храповицкий был одним из исследователей творчества Федора Михайловича Достоевского. Владыка писал: «Смирение – это не тупая покорность перед злом, напротив, это активное неприятие греха. Это смирение перед Богом и ближним, а не перед демоном. Народ наш, если и грешит, то он сознает свой грех и приносит покаяние», – пишет Достоевский. В этом неприятии греха, неоправдании его – залог высоких качеств русского народа, столь основательно деградированных в 20 веке. У нас признали грех нормой, согласились на него как на должное и обычное, высоту же и святость подвига считают чем-то исключительным, почти подозрительным. Между тем, именно в чувстве христианской правды и видел Достоевский миссию русского народа. Вот в этом храме Федор Михайлович Достоевский со своей супругой отпевали умершую маленькую дочь. Мне кажется, православие – душа русского народа. Без православия нет и русского человека. Поэтому, мне кажется, пусть молятся, каются, и мы должны каяться, и все в наших грехах, и постараться все вернуться к друг другу. Друг другу, да, ну, и к Богу. И к Богу, в первую очередь к Богу, да. А если к Богу вернемся, то и к друг другу, да. Но я думаю, у нас таких с русскими людьми разъединений нет. Это чисто такое политическое больше. Трагедия наша. Вот вы знаете, что мы уже дошли до такого времени, что митрополит Лавр, теперешний первый иерарх русской зарубежной церкви, уже завтра вылетает с делегацией из Америки в Москву. Храмов Московской патриархии за рубежом тоже немало. Вот история одного из них. Трехсвятительский храм называли большевистским, но для эмигрантов он был частичкой русской земли в чужом мире. Заложен он был на деньги Надежды Андреевны Соболевой. Она родилась в богатой аристократической семье, после революции эмигрировала. Жила в Константинополе, бедствовала, пока не посватался к ней богатый нефтепромышленник. И началась жизнь, полная роскоши. Только на одни наряды
Она тратила в месяц 18 тысяч рублей, что по тем временам были просто баснословные деньги. Сама водила машину, путешествовала по Европе, отдыхала в горах Швейцарии. Но в 29 лет Надежда Андреевна вдруг бросает все радости мира и переходит под покров храма. Она собирает и распространяет духовную литературу, работает прислугой и заботится о своем трехсвятительском храме. Храме многострадальной России, как она его называла. Мы молимся за Россию и надеемся, что Россия за нас тоже молится. После войны Надежда Андреевна вернулась на родину. Живя за границей, я всегда тосковала по родине. Когда мне говорили об отрицательных чертах моих земляков, я говорила себе: что ж, может быть, это и так, но лучше моего народа нет. Через несколько лет в Пюхтицком монастыре в Эстонии Надежда Андреевна приняла монашеский постриг с именем Силуана. Как-то в голодные 50-е годы приехал в монастырь представительный мужчина в кожаной куртке, поселился в монастырской гостинице, ел в трапезной скудную пищу вместе со всеми, даже хлеба не было. А уезжая, сказал: «Я всегда хотел помогать храмам», и оставил свой адрес. В Москве матушка Силуана нашла этот адрес и оказалась в роскошном особняке. Встретил сам хозяин, очень обрадовался, пригласил в кабинет, дал тогда в помощь монастырю большую сумму денег. А ведь мы совсем ничего об этом не знаем. Звали этого человека академик Сергей Королёв. Гениальный конструктор трудился во славу Родины, а коммунисты использовали его научные открытия в том числе для того, чтобы доказать: Бога нет. Хрущев даже грозился в скором времени, при наступлении коммунизма, показать всему миру последнего русского попа. Родителей, рискнувших сводить в храм собственных детей, вызывали в милицию, грозились лишить родительских прав. Церковь в чем только не обвиняли. Вот заголовки статей того времени: «Откровение семинариста после похмелья», «Святоши-убийцы», «Кровавые кресты». Церковь обвиняли даже в разжигании мировой войны. Кто-то верно заметил, что православная церковь в советские времена стала женской. Я это прекрасно помню. В церкви редко увидишь мужчину. Все больше бабушки, женщины. Иногда молоденькие девушки в платочках. О чем они молились? Во время войны молились за родных и за победу. А потом, пока мужчины строили казарменный социализм, они молились за Россию, оберегали ее душу своими тихими молитвами. У них были какие-то особенно милые и светлые лица. И таким теплом и добротой веяло от них. Их считали темными и забитыми. На них красные пропагандисты махнули рукой, а они спасали церковь, спасали Россию. Внучка знаменитого митрополита Серафима Чичигова, святого великомученика Русской Православной Церкви, была первой насельницей, а потом и игуменьей возрождавшегося Новодевичьего монастыря. Но это случилось уже в 1994 году, а вся жизнь Варвары Васильевны Чичиговой была посвящена науке. До войны она работала лаборанткой военно-химической академии. Это было чудо. Дворянка, внучка классового врага, допущена к секретной работе, в то время как в лагерях сидели люди куда с более чистой анкетой. А сама Варвара Васильевна спустя много лет так объясняла свое чудесное везение: «Мне неведомо помогал дедушка. Его небесное заступничество весило больше, чем благорасположение любого земного начальника». После войны Варвара Васильевна Чичигова, профессор, лауреат государственной премии, в составе научных делегаций объездила весь мир. Чтобы усмирить гордыню, Варвара Васильевна стала за свечной ящик в храме Ильи Обыденного. Мало из тех, кто покупал у нее свечи, знал,
что берет их из рук, почетного члена многих академий мира. Владыка Ювеналии, она была пострижена с именем Серафимы. Это ее заботами, ее трудами. Были возрождены стены, храмы и подворья этого монастыря. Это ее стараниями. Был построен храм-памятник новомученикам в Бутове, где в 1937 году принял смерть ее дед. С января 60-го года число церквей сократилось на 30%, а монастырей в 2,5 раза. Во многих случаях верующие оказывали сопротивление. В селе Клинцы Брянской области тысячная толпа верующих помешала снять кресты с недавно закрытой церкви. Для ее усмирения были вызваны подразделения воинской части, вооруженные автоматами. При закрытии Речульского монастыря в Кишиневской епархии около 200 инокинь и большое число верующих попытались воспрепятствовать этому. Милиция открыла стрельбу, и был убит один из богомольцев. Патриарх Алексий сделал попытку встретиться с первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым, но попытка закончилась неудачей. Православие пытались тихо удушить. Главный удар на себя приняли архиереи, добиваясь хоть какой-то справедливости от безбожной власти. Неизвестно, до чего бы докатилась хрущевская война с церковью, но 14 октября 1964 года в праздник Покрова Богородицы Хрущев был смещен со своих постов. Пути Господни неисповедимы. Здесь, Переделкино, живет моя близкая подруга Юла. Ее отец, Леонид Хрущев, погиб на фронте, и с 3 лет она воспитывалась в доме своего деда, Никиты Сергеевича Хрущева. А в 97-м году, вот здесь, в этом храме Преображения Господня, я стала крестной матерью ее внука Никиты. При Брежневе стало чуть-чуть полегче. На церковь прекратились грубые атаки, храмы не закрывались, впрочем, и не возвращались. Правда, количество атеистических лекций бурно росло, но уставший от идеологической жвачки народ оставался к ним равнодушным. Патриарх скончался в 1971 году в возрасте 90 лет. Перед смертью он снял с себя образок и отдал секретарю. «Возьми». Он мне уже не нужен. Вот, идут архимандриты меня встречать. И стал называть имена уже покойных священнослужителей. После смерти патриарха поместный собор собрался здесь. Среди деяний собора самое главное – избрание митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена патриархом. Жестко контролируемый властями, собор об истинном положении церкви сказать не мог. Зато об этом вскоре заговорил весь мир. Самый известный документ начала 70-х – открытое письмо Александра Исаевича Солженицына святейшему патриарху Пимену, получившее название «Великопостного». На каждый действующий храм 20 в запустении и осквернении. Есть ли зрелище более надрывное? И совсем без церквей остался наш север. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не смеем. А почему лишена Россия своего древнего украшения, своего лучшего голоса? Даже Евангелие у нас нигде не достать. Патриарх Пимен, получив великопостное письмо, сказал, «Побыть бы ему в моих башмаках только пару дней». Патриарх был одним из лучших знатоков богослужения. В годы его правления – несмотря на попытки реформировать литургию, она сохранилась в первозданном виде. В этот храм я впервые вошла 25 лет назад. Мы с подругой решили крестить детей, а так как муж у подруги был в то время большим начальником, она побоялась крестить в церкви, и мы, как и большинство людей в то время, решили крестить детей дома. Мы крестили на квартире у священника. В день, в который мы приехали для причастия, для ввода в алтарь, был будний. Когда мы вошли, как сейчас помню, было человека 3, наверное. Еще священник подошел и сказал после совершения таинства «Спасибо, что вы не побоялись зайти в храм».
Мне почему-то стало так больно тогда, вы знаете, буквально до слез. В те годы храм был одним из немногих действующих. Прихожане приезжали сюда на электричке, а вдоль дороги росли такие густые кусты с острыми длинными колючками. И люди шутили через тернии к храму. Но все это я узнала позже, когда стала прихожанкой этого храма. Здесь мой духовный отец, здесь мой второй дом. Либеральные реформы Горбачева далеко не сразу коснулись русской православной церкви. Инерция была еще сильна, но и общество было уже другим. Одной из первых возвращенных святынь была Оптина пустынь. После нее церковь стала обретать храмы, монастыри, святые места. В канун тысячелетия крещения Руси церкви возвращались ее святыни. И среди них частицы древа креста Господня, камня гроба Господня. Торжества тысячелетия открылись 5 июня в Богоявленском соборе. На великий праздник приехали члены Поместного собора и 517 почетных гостей. Русская православная церковь вошла во второе тысячелетие, обретающей истинную свободу, полная сил и надежд. Нет, выбор князя Владимира «Красное солнышко» был не случайным. Все, кто молился на этих торжествах, понимали: Россия навсегда останется с церковью, с православием, с Богом. Патриарх Пимен дожил до этого великого дня. Праздник духовного возрождения России стал самым ярким событием его патриаршего служения. Я думаю, что на этом этапе очень важным событием стало празднование тысячелетия крещения Руси. И хотя нас, когда мы поставили этот вопрос перед Советом по делам религии о праздновании, нам было сказано, что это ваш внутренний юбилей, и не общество, не государство, не научные круги не будут принимать в нем никакого участия. Но празднование тысячелетия крещения Руси вылилось в общенациональное празднование, в осознание того, что у нас общая купель, общие христианские православные корни, которые наш народ пронес через свою тысячелетнюю историю и положило начало новому этапу в жизни Русской Церкви, второму крещению Руси.